Всем привет, друзья, это Винлайн Медиа Лига, это группа Б, где сегодня будет Рокет Деньги. Деньги Рокетов. Улучшенная версия Станоса, это Михаил, Vamos. Третий, четвертый, пятый, десятый президент их команды. Президент Лотоса, мистер Бахти. Я даже мои лучшие версии еще не придумали. В целом, имба легенда вообще медиа-сообщества. Олег Вагабон. Выходит так, что у нас третий президент Олег Вагабон, то на самом деле президент медиа-баскета. Но стоит вспоминать и сразу сказать то, что свыше мне сказали, то, что если ты сегодня выигрываешь челлендж, ты сможешь воспользоваться 12-м игроком, но не попадешь в 9-й челлендж на одно очко. Вот такие правила. Потому что сегодня должны быть президенты. Следующий человек – это лучший ассистент вообще российского медиафутбола. Это мистер Гатагов. Очень интересно посмотреть, как вы хороши в гонках. Друзья, сегодня все предельно просто. У нас гонки, как вы уже могли понять, потому что мы находимся на трассе, будет два первых круга. Это квалификация. Насколько хорошее время вы покажете, так вы и начинаете по сетке турнирной. Потом будет основная гонка, где будет 5 кругов, и там уже победит только один человек, который приедет первым. Правил нету, чтобы было интереснее. Все, я вам желаю удачи, погнали! Господа, завершает сегодня на старте нас Алан Маратович. Что-то как-то совсем, и как будто вы не мистер гонка. Я за ними наблюдаю. Я за ними наблюдаю. Я уже надышался. Бензинчиком, да, с кайфом подышал. Мафия присматривает за Маратовичем. Не, ну, я тебе скажу так, то, что сегодня побеждали абсолютно вообще разными способами. Если ты четвертый, может случиться так, что ты не можешь выиграть. Да. Давай, fight, come on. Ну и самое интересное, господа, до этого было две гонки. Ой, блядь. Я тебе желаю, брат, только удачи, не разбейся, потому что ты очень плохое время показал на квалификации. Сейчас все может случиться, ты можешь выиграть, не знаю, можешь потолкаться, где-то что-то нагрубить. Я вот ставлю на то, что толкаться будут они, братан, и отлетят куда-то. Да, вот, такое вот 100%. Было. Все, давай, удачи. Пацаны, ну и вот просто главная машина, черный бумер этой гонки. Бахти настроен. Братуха, машина плохая, потому что тренировки нету, тренировать нечего. Ну, выхлоп нормальный, кстати. Нормально. Не AMG, конечно, но пойдет, ребят. Пойдет. Давай, желаю удачи. Я ставлю на победу этого человечка. Значит, я проиграю. Каждый тур все ставят на нас, и мы проиграем. Ну и победитель... Жесткая игра! Ну и победитель сегодняшней квалификации. Пока что. Не сплюнь. Number one. Окей, погнали. Дай мне немножечко дротовской. Давай. Fight, come on! Это туда. Как обычно, очаровательная девушка подойдет с флагом, махнет и начнется гонка. Всем приятного просмотра.
круга без изменений, все едут точно так же, как и начинали. Маратыч, тише едешь, дальше будешь. Вага, тройка, как обычно, там ни нам, ни вам. И первое место, что-то там пытаются, но я думаю, никто не поменяется даже местами. Сложно, сложно. Слишком большой отрыв. Просто едет там вот, ну, сигару раскуривает, второй рукой в телефоне сидит и ногой подруливает, блядь. Он свое уже, блядь, выиграл. Ему неинтересна эта гонка. Это, его это интеллектуальные игры, шахматы там, нарды, блядь. Давай, давай, бахти, жми! Можно, можно дожать. Бахти пытается, пытается, но сзади он максимально на хвосте. А где Маратыч? Где Маратыч? Маратыч едет, смотри. Да, вот сейчас. Сейчас они будут подъезжать, будет зеленый флаг. Да, да ладно. Это, блядь, пешком можно пройти, блядь, его, за 54. Еще круг? Нет? Еще крутини? Или все? Нет. Но это они уже доезжают. Ура! А Родина, ой, Родина, блядь, Рокеты вообще они выигрывали не в сезоне, не здесь. А, или стой, или в сезоне они выиграли сейчас. Я не помню, у нас Рокеты выигрывали. А Рокеты выиграли? Да, по-моему, один матч в Медиалиге или нет? Матч? Рокеты? Да. Да, последний. Вот сейчас последний матч они выиграли. Ну вот, я же говорю. Погнали. Давай! Рокеты реально! Старина, ну вы реально на ракете, братан! Братан, только по-другому не умеем! По-другому никак! Деньги Рокетов! You know! You know! Ну это вторая победа к ряду уже, понял? Сначала в матче, теперь челлендж, походу все, началась эпопея. Я чувствую, что все, мы пошли по этой белой дорожке, и теперь мы с нее не сойдем. Главное пойти по нужной белой дорожке. Да. Вагабонд, ему даже не помогла нумерология. Эта хуйня на третьем круге перестала ехать. Пизду, да. Блядь. Не, а Лотос спокойно что-то там бахти где-то отдал, по-свойски где-то отдал, говорит, да, забирай победу, вам нужнее. Чисто, Юра, привет тебе, брат. С тебя ужин. Ну, человек, который просто спасибо, что доехал, как говорится. Спасибо, цел, невредим. И это самое главное.
Маратыч, спасибо. На аккуратно просто ехал, не спешил. Я не знаю, вот ты честно, ты просто не хотел побеждать или что, как это? Или ты просто не любишь скорость? Я что-то прям это, да. Мама, вот переживай. Чтобы вы понимали, это единственный человек, который играет из всех, кто сюда приезжает. Опасный. Ему нельзя травмироваться, это опасный вид спорта. У него в контракте прописано, картинг, экстремальный вид спорта нельзя. Нельзя. Потому что если он получит травму, кто будет отдавать голевые? Некому. Пока. Все, давай, красавчик. Что, друзья, поздравляем Рокетов. Рокет, деньги, деньги, деньги Рокетов. Рокетов, братик, да-да-да-да-да. Вамос! Ваня Рокет с победы. 12-го игрока вы забираете. Забрали. Да, забрали. Че, кто у вас вообще выйдет, какие Баха. Планы? Баха 12-м поиграть. Кстати, это можно сделать, потому что он медийный, и ты можешь перейти в любой момент. Серьезно. Отвечай. Давай. С тренером согласуем. Да-да, с тренером согласуем. Готов забить красным мячом в свои ворота. Против дротов, брат. Я выйду, забью красным мячом в свои ворота. А ты как президент не должен, типа, выше тренера быть? Ты же должен решать. Или там ваш Гвардиола не разрешит? Что именно? Выпустить Бахти. Только что согласовали. Ну все, это прям официально, инсайдинг, бьем по рукам. Ну, получается, да. Но мы все увидим дальше. Также вы попадаете в 9-й челлендж, где можно будет выиграть 1 очко в турнирную таблицу. Вам оно 100% может очень сильно понадобиться. Пока еще не выиграли. Я согласен. Что, друзья, вам спасибо. Что, друзья, вам спасибо за просмотр. Это была Винлайн Медиа Лига. Всем пока.